Кенеде сізге қайтамыз, вербете сізді қуандырмаға істейміз. Ве сізге вадет кенедік мұсафырлеріміз. Ола жақ, мерақлы субетлеріміз бізні беклей. Сіз үшін әсе өле файдалы мерақлы малюматларды. Янғырай білем, ве әлбете сізге өле бір мұсафырымызны тағдим етмеге ашықамыз. Бүгінгі субетімізні ғоңүлілік ве қайыр ішлер аққында бұ мевзуға біз бағышламаға істейміз ве бұ ақта бізім мұсафырымыз Татевик Азарян айты береджі қаршылаймыз ве сізні де бізім субетімізге давет етеміз. Селям алейкум, доброе утро. Доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. Как настроение, как началось ваше утро? Хорошо, я даже без проблем добралась, без пробок. Прям на удивление, да. Бывает. Спасибо, да, хорошо. Хотелось бы поговорить о таком понятии, как корпоративное добровольчество. Неоднократно мы раскрывали эту тему у нас в эфирах, а так как это очень важная, нужная тема на сегодняшний день, но давайте еще раз объясним и, так скажем, подробнее расскажем нашим телезрителям, что это такое. Действительно, тема важная, необходимая. Я хочу отметить достаточно новое для нашего региона, для Республики Крым. Корпоративное добровольчество – это вид благотворительной деятельности, когда в ней участвует бизнес не просто донациями, как донор, денежными и финансовыми, либо участвуя какими-то акциями, своим личным присутствием. В основном это бывают собственники бизнеса, mm-hmm. да, социально ответственные. А когда в благотворительную деятельность вовлекаются сотрудники этого бизнеса. И таким образом сотрудники становятся уже той силой, которая тоже осуществляет благотворческую деятельность. И это не всегда бывает так, что на это жертвуют деньги, потому что время, какая-то энергия, эмоция, которую сотрудник вкладывает, если правильно донести, это тоже уже считается как вид благотворительной, благотворческой деятельности, да. Угу. Да, как вы уже сказали, не обязательно какая-то финансовая поддержка. Здесь очень важна моральная поддержка как раз и присутствие сотрудников какой-то компании на мероприятии. Да, здесь очень важно взаимодействие, вот этот диалог между всеми участниками этого процесса и собственника, руководства этого бизнеса, угу. насколько у него да, налажен диалог с его сотрудниками. Дальше уже идет это некоммерческий сектор, с которым будет вестись взаимодействие. И, собственно, люди, которые этот процесс организовывают, обычно это ивент-менеджеры, угу. мои коллеги. Вот мы ведем аналитическую деятельность и сопоставляем тот или иной бизнес и уже с НКО uh-huh. и даем какое-то решение, что за акция это может быть. Да, вот об этом хотелось бы подробнее поговорить. То есть какая-то компания, какая-то фирма, допустим, решила принять участие в подобного рода мероприятии. Вот что им делать, куда им обращаться и каким образом подбирается вот та самая акция, которая подходит именно этой компании? Ну, я бы не была настолько... Чтобы бизнес сам начал обращаться, должна пройти какая-то определенная работа. То есть на сегодняшний день, к сожалению... мы ведем эту работу, когда вот, чтобы все стороны процесса знали, куда прийти, а главное, зачем, чтобы они это понимали. Потому что еще не все понимают, и мы вот как раз-таки эту деятельность разъяснительную проводим. Пока мы работаем в таком ключе, что устойчивый Крым, да, собственно говоря, тот центр стратегического развития, с которым я работаю, это центр для НКО ресурсный, который взаимодействует со всеми НКО Республики Крым. Соответственно, знает, кто чем живет и как. И вот эту выборку делая, да, когда понимаем ту или иную проблематику, уже смотрим, как можно совместить и какой бизнес. Это, опять же, аналитическая работа. Кому что можно... Может быть, кто-то уже с кем-то взаимодействует, а может быть, собственник бизнеса является социально ответственным, гражданским активистом, ему будет интересно вовлечь своих сотрудников в этот процесс. Здесь такой вот постоянный диалог. Угу. Мы таким мостом являемся от одним к другим. Угу. А и, кстати говоря, зачем многие говорят, вот вы сказали, да, многие еще не знают, как бы не знакомы с этой темой. А вот какие, говоря о результатах, какие могут быть результаты, вот если... Результаты и примеры, они уже есть. На протяжении этого года мы работали над несколькими проектами. Я могу рассказать на примере вот проект, который я готовила перед Новым годом, буквально вот год ровно прошел, да. Угу. В основном благотворительность – это такой момент, когда мы думаем о чем-то, вот кто-то обездолен, кому-то надо помочь. И зачастую это действительно так. И адресная помощь, да, и много таких вот моментов, где мы жертвуем действительно. Но забываем такие вещи, что помимо детей, которые лишены родительской опеки, есть дети из здоровых семей, угу.
из благополучных семей, и дети одаренные, но они могут находиться далеко. Например, вот на моем примере моя акция, это был Щелкино, отдаленный регион, город Щелкино. Мы сделали выборку одаренных детей по городу. Те дети, которые занимали результаты, имели на республиканских, либо всероссийских каких-то, да, олимпиадах, конкурсах. Мы подумали, было бы неплохо этих детей как-то поощрить и наградить, чтобы им было приятно, потому что не всегда в отдаленные регионы доезжает какая-то поддержка в виде похвалы даже элементарно. И у детей таким образом открывается второе дыхание, и они дальше идут, да, дальше достигают каких-то высот. Опять же, проделав аналитическую работу, мы связались с компанией, которая бы с удовольствием их поздравила, именно сотрудники. Мы вовлекали сотрудников. Как мы это делали? Мы разработали специальную открытку под каждого ребенка. Дети были совершенно разных сфер деятельности. Это и спорт, хореография, актерское мастерство, олимпиады, научная деятельность. Ну, то есть потрясающие дети, о которых даже мало кто-то вот знает здесь. Сотрудники подписали открытки, мы разработали вместе, мы приехали к ним на предприятие в их рабочее время. Они подписали эти открытки, причем это был потрясающий процесс даже, вы знаете, такого вот сплочения коллектива, когда им самим это было интересно, и они друг с другом коммуницировали дополнительно. А мы подписали, мы это красиво все упаковали, они приобрели всем своим составом для них подарки. Это была их личная инициатива. Настал день Икс, когда мы поехали этих детей поздравлять из Симферополя в Щелкино. И насколько было потрясающее удивление детей, когда они говорят, нам, к нам приехали, нам подарки. Они были потрясены подарками, которые мы привезли. Это были селфи-лампы. Мы подумали, что в век современных технологий детям важно, особенно сейчас, да, когда мы ограничены в каких-то моментах, все свои достижения снять и показать этому миру. Это было условие, что вот условие, что, будут, да, что вы будете это транслировать и своим примером делиться, потому что там есть чем делиться. Но это был потрясающий эффект с одной и с другой стороны. На сегодняшний день это вот предприятие, мы до сих пор с ними общаемся, и они интересуются, как эти дети, и порой даже вот сейчас идет разговор, чтобы опять поехать. То есть кредит доверия повышается и со стороны бизнес-организации к каким-то благотворительным акциям, да, что можно работать, можно доверять, можно что-то делать. И, конечно, потрясающее изъявление этих детей. Да, и это своего рода такая двусторонняя помощь, вот как вы сказали, да, что с одной стороны это подарить эмоции детям в первую очередь, потому что не столько важны подарки, сколько внимание, что этих детей заметили, о них узнали, да, их вспомнили. И с другой стороны, как вы сказали, что это сплочение коллектива. Однозначно, это идет такой тимбилдинг своего рода. Потом мне уже по обратной связи даже говорили руководство этого, да, коллектива, предприятия, что на многих сотрудников они посмотрели совершенно другой стороны. Многие раскрылись по-другому, и им это помогло в дальнейшем как-то применять в работе вот эти моменты. Если эта работа будет системна, то это очень хорошая даже вот помощь HR-ам, топ-менеджерам, руководителям при работе со своими коллективами. Позвольте вопрос об актуальности вот именно корпоративного добровольничества сейчас вот в нашем Крыму, хотя по своему опыту просто работал в многих компаниях, и многие зарубежные компании, например, работают на территории Российской Федерации, в частном, ну, если так сказать, о своем случае, это Сочи, и европейские организации плотно заходят, и они... У них тоже есть вот корпоративная деятельность, как они связь с сотрудниками, у них вот все по-другому, как бы можно сказать. И они как бы вовлечены в то, что сотрудник должен развиваться, чтобы зажигать всех вокруг и прекрасно выполнять работу. И как бы вот как сейчас в Крыму насчет этой акции? Мы к этому идем. Так что мы к этому идем семимильными шагами, большим кропотливым трудом. Я уверена, что у нас получится. Здесь очень важно доносить это до наших предпринимателей. Таким образом, и мы это делаем, чтобы они нас слышали. И главное, заинтересованность предпринимательского сообщества в данном всем мероприятии. Потому что если брать даже вот опыт региональных коллег. Я же говорю, мы только к этому идем.
если брать крупные регионы, там это полным, особенно крупные компании, как вы говорите, да. Есть целые отделы по работе с корпоративной социальной ответственностью, и это большие отделы. И именно эта деятельность влияет порой по их всей аналитической выборке на всю деятельность их компании, на то, как сотрудник вообще дальше идет по карьерной лестнице. Тема очень серьезная. Мы стараемся, мы новаторы в данном. На самом деле многие наши предприниматели, они даже не подозревают, что они занимаются корпоративной социальной ответственностью, я вам больше скажу. И когда им начинаешь об этом говорить, они такие, ух ты. То есть это вот все на уровне всегда было, да, как интуитивно. То есть это делалось, но не в таком формате. Делалось плюс-минус, плюс-минус, либо не в таком формате, либо около этого формата, либо стопроцентно этим форматом, но не подозревая, что они делают. Вот, я вам так скажу. Да, просто есть такое, как бы было в моем опыте. Я общался уже здесь, непосредственно в Крыму, с работодателями, со своими начальниками, и говорю о взаимодействии двух людей, например, да, даже начальника и подчиненного. Да. В любом случае, это должна быть взаимосвязь, обоюдное как бы согласие на то, чтобы развиваться в обоюдном плане. И говорю, он спрашивает, а где ты это вычитал? Я говорю, ну, Рэй Брэдбери написал. Ну, говорит, у нас это не работает. Вот, как бы об актуальности, да, это очень актуально, просто немногие видят смысл. Да, смыслы, мы доносим смыслы. Задача общественников, гражданских активистов — донести смыслы. Вот, поэтому, пожалуйста, услышьте наши смыслы. Прислушайтесь к ним, да. Мы надеемся, что в ближайшее время корпоративное добровольчество станет еще, это направление станет еще более развитым у нас в республике. Мы желаем вам удачи, успехов и хотим вам сказать спасибо за то, что вы делаете, потому что это очень важно, действительно. И, как мы уже сказали, в первую очередь это дарить другим радость, дарить другим добро. Это уже высшая ступень, мне кажется, этой помощи. Спасибо большое, спасибо. Хорошего дня вам и хорошего настроения. Дня. Спасибо. Сайхладастар, базамейнамас, девамет, мектеевени, в бете кэлев, хамазна, сазэн, дикатангас, гатах, диме темас.